Авиационную бомбу, найденную на стройке в Анапе, обезвредили. Специально для этого на курорт прибыла группа саперов из Ростова. Как рассказал начальник отдела гражданской обороны и защиты населения Сергей Семерков, на строительной площадке была обнаружена фугасная авиационная бомба массой взрывчатого вещества 50 кг в тротиловом эквиваленте. 10 октября в 10:00 авиабомбу извлекли саперы. И на специальном транспорте в сопровождении пожарных, скорой и ДПС доставили на полигон Раевский, где в 12:35 произвели подрыв. Добавим, что такие авиабомбы производились советской оборонкой в довоенное и военное время. Их сбрасывали с самолетов для поражения целей.